мы в штате Мичиган. Еще вчера сказали диспетчеру, чтобы искал нам груз. Потому что даже немножко нам пришлось поругаться с ним, что он нам берет дешевые грузы, и мы просто гоняем вообще за копейки. Согласились на тот дешевый груз, который вчера доставили сюда, в Мичиган, и он нам сразу нашел вот этот. Ну, этот не намного отличается по цене. Повезем мы его штат Пенсильвания. Филадельфию, город Филадельфия. Ехать нам до Филадельфии 650 миль. И платят грязными за этот груз 1700. Груз чем интересен, что здесь требуют два чека от весов. Они хотят знать наш вес пустой и наш вес загруженный. И что вы думаете с этими квитанциями от весов? Они здесь не понадобились. Мы потратили целый час с лишним, чтобы доехать 35 миль до весов и обратно. А здесь даже не спросили. Ну, мы загружены и даже и не будем взвешиваться, раз такое дело. Ну, такие вот нам катушки, наверное, будут загружать сейчас. Сегодня среда, утро, 9 утра. Мы в штате Пенсильвания приехали на разгрузку. Хорошо, что нас принимают с утра, потому что у нас время назначено на 4 часа. В документах написано. Сейчас разгружаемся и ждем другой груз.